Уважаемые дамы и господа, итак, настало время представить вам финальный поединок, победитель которого подпишет контракт с RCC. Бой в среднем весе до 83,9 килограмм. В синий угол октагона встречайте бойца из города Новосибирск, Андрей Пуляев. Красный угол. Встречайте его соперника, бойца из города Воркута, Самуил Шелест. Дорогие друзья, напоминаю, что ставка этого боя очень высока. Победитель подпишет контракт с RCC. Итак, представляю вам соперников. В синем углу боец из города Новосибирск. Мастер спорта России по ММА. Черный пояс по кудо. Победитель и призер чемпионатов России по кудо и ММА. Победитель всероссийского мастерского турнира на кубок имени князя Александра Невского по ММА 2019 года Андрей Пуляев. Его соперник в красном углу из города Воркута. Чемпион республики Коми по ММА и грэпплингу. Чемпион Parma Fights и Arctic Fighting Series. Профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед, 1 поражение. Самуил Шелест. Рефери Вячеслав Киселев. Итак, правила помним, не нарушаем, работаем 2 раунда по 5 минут. Внимательно напоминаю, что головой не бьем, локтем работа запрещена. В партере скручивание пятки запрещено. Руки вожали. По местам. Судьи, готов? Готов? Друзья, ну что ж, у нас финал, финальный бой в весовой категории до 84 килограммов. Это путь в RCC, и у нас Андрей Пуляев в синей экипировке против Самуила Шелеста в красной. Двое спортсменов, которые довольно ярко одержали победу в своих полуфинальных боях, сейчас встретились между собой. Очень кровавую битву дважды победил досрочно Андрей Пуляев. Самуил Шелест тоже уверенно побеждал. Сейчас сразу в партер, как во всех своих поединках, соперника опрокинул и решил долго не ждать.
на сухого Андрея Пуляева залез. Попытался придушить Шелест, не получилось. Сейчас будет стучать дальше. Но смотрите, насколько плотно заправлены ноги уже у Шелеста. Прям сразу у него техника вся эта поставлена. Он моментально все это исполняет. А сейчас, если я не ошибаюсь, у него получится чистый удушающий. Нет, не получится. В общем, Андрей Пуляев, мне кажется, пока немножко в шоке. Он не понимает, как справиться с этим Самуилом, который просто разбирает его на запчасти лего с первых секунд. А вот здесь чистый захват, друзья. Я думаю, это все. Потому что там четко рука заведена под подбородок. Там нет никаких препятствий. Самуил Шелест, друзья, становится победителем проекта «Путь в РСС». Он побеждает в финальном бою. Еще и досрочно мы его поздравляем. Дорогие друзья, в «Октагон» приглашается исполнительный директор Russian Cage Fighting Championship. Приветствуйте, Николай Клименко! Итак, в этом бою, в финальном поединке, на первой минуте 17 секунде первого раунда победу удушающим приемом одержал Самуил Шелест!